Так, ребята, сегодня 23 февраля, и мы вам покажем небольшое чудо в городе Корутянапа, которое произошло в детском парке. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Бека. Откуда вообще у нас приехали к нам вообще? Я с Тбилисского района. Ага. Покажите, что у вас произошло здесь, ради чего сюда приехал сегодня? Сегодня наша пони, зовут ее Ляля, родила же ребенка. Вот от этого вот мальчика зовут его Ромео. Ромео, вот наши местные жители подкармливают, тут и кошечек кормят, вообще красота. Это у нас кошечка маленькая. Это детский зоопарк. Летом работаем. А сейчас люди просто приходят, да, подкармливают. Летом почем у вас ценник вообще за эти? 50 рублей, время не ограничено. Угу. А вот и они. Вот, посмотрите. Это вот маленький же ребенок, а тут этот зовут Ляля ее. Это вот он прям сегодня только появился. Да, сегодня родилась. Ну. Класс. Ну да. Такое чудо на 23 февраля всем мужчинам, такой небольшой подарок, можно так сказать. Да, конечно. Мне когда сказали, я думаю, надо как-то разнообразие сделать. Вроде у нас море-море, но в детском парке есть такие вот чудеса. Я так понял, у вас только домашние животные в контактном зоопарке, так? Да, у нас домашние животные, у нас много разных. То есть у нас есть и пони, лошади есть, и есть козы, и все-все у нас есть. Угу. Так, мне сказали, что к вам правильно вот в такие моменты приходить вот с такими вот подарками. Да, конечно. То есть, спасибо вам. Давайте сейчас повесим на ребеночка. Ага. Я пугать не буду, потому что ко мне не привыкся. А вот он. Вот на 23 февраля подарочек такой сделал. Отлично. Спасибо большое за экскурсию, ребята. Жду вас в комментариях, как вам такое чудо в Анапе на 23 февраля.